Несмотря на то, что музыке миллионы лет, праздник появился сравнительно недавно. В 1973-м его учредил Международный музыкальный совет при ЮНЕСКО. А спустя два года прошли первые симфонические концерты в его честь. 75-го, 1 октября, Международный день музыки и официальный праздник людей искусства. Композиторов, музыкантов, работников филармонии, музыковедов и прочее, прочее, прочее. Как отмечают в Ярославле, об этом и не только. Поговорю с Ольгой Каюровой, начальником управления культуры мэрии. Я Илья Барабанов, здравствуйте вы смотрите на повестке дня. Ольга Владимировна, добрый вечер. Добрый вечер. С прошедшим личным праздником Спасибо вас огромное. поздравляю. И с сегодняшним непосредственно. Все-таки, как в Ярославле, давайте ограничимся нашей географией, будут отмечать сегодня Международный день музыки. Знаете, на самом деле праздник очень любимый нашим музыкальным сообществом. И для нас это так же, как День Учителя, как Новый год, как 8 марта. То есть это обязательный праздник. Мы обязательно поздравляем друг друга, всех коллег с этим днем. И, конечно же, к этому дню у нас очень много приурочено различных мероприятий. Но о главном хочу сказать, что сегодня у нас пройдет концерт, который мы посвящаем Дню Музыки. И очень важному для нас событию – это как бы окончание реализации национального проекта года uh -huh. а в наших школах искусств. Национальный проект ⁇ Культура ⁇ Как uh -huh. давно он способствует а, развитию а, творческого стержня у ребенка, пополнению инструментария, скажу так. На самом, на самом деле это очень важно для нас, поскольку в, раз, в рамках национального проекта предусмотрено не только, как говорится, увеличение посещаемости, наших показателей работы учреждения культуры, но и модернизация работы наших учреждений то есть ремонты, приобретение оборудования, и в том числе музыкальные инструменты, как вы отметили. Действительно, вот в этом году наши школы, детские школы искусств, пополнили свой фонд в части музыкальных инструментов и не только. Более 100 инструментов было приобретено. Но в наши детские школы искусств. Это только и... для города? Да, только для города, mm -hmm. только городские. Но этот проект также распространяется на наш регион, поэтому не только город Тераславль участвует в этом проекте, но также и все наши муниципальные образования. Ольга Владимировна, что все-таки получается? Федерация вместе с областью выделяют средства, на которые вы покупаете инструментарий в детские школы искусств? Да, именно так. В этом году вы. Вызвали... А город помогает? обязательно, обязательно. Это обязательно более 11 миллионов, угу. да, это одно из условий, и здесь надо отметить огромная помощь действительно нам оказана не только от федерации, но и от области и нашего местного бюджета, поэтому огромное спасибо Владимиру Михайловичу за поддержку, он всегда поддерживает наши начинания. В этом году более 11 миллионов рублей выделено консолидированного бюджета именно для приобретения и музыкальных инструментов и оборудования, более 600 единиц оборудования также приобретено для нашей детской школы искусств, это и мольберты, это и мебель, это и оборудование, оргтехника, имеется uh -huh. в виду, интерактивные доски, совершенно замечательные, поскольку они очень, как бы, знаете, интересно способствуют проведению урока. И некоторые вот, оборудования, когда смотришь на них, ну, просто вообще, где вот, удаешься, потому что, честно говоря, даже не разу не да? видели, да, именно так. И очень важно, что кроме музыкальных инструментов и оборудования, более тысячи единиц методических пособий пришло. Очень давно не пополнялся, к сожалению, да? фонд новые совершенно потрясающие и вот, наверное, вся прелесть в том, что нам позволено выбрать все это по своему усмотрению, то есть вот не было какой-то указки сверху, что нужно взять вот это, вот это и вот это, то есть мы все, что приобретали, это было действительно приобретено то, что вот, как говорится, нам необходимо именно вот для работы и то, что качественно, и то, что соответствует нашим требованиям, то, что, как говорится, вот нам на сегодняшний день актуально, поэтому вот это вот огромное спасибо всем, кто придумал этот проект. Всем причастным. Да, всем причастным. А, Ольга Владимировна, но ведь, наверное Одно из дорогих удовольствий это рояли, фортепиано, пианино. Пополняется тоже вот этими инструментами. Да, обязательно И искусств. фортепиано, пианино и ударные установки, и mm -hmm. даже, вы знаете, и баяны ведь бывают очень дорогие, поэтому нельзя говорить о стоимости. А размер раз, размер инструмента не всегда соответствует его стоимости. То есть может быть Главное качество. Да, вот. Но вот я еще раз повторюсь, что очень важно, что все эти инструменты мы выбирали сами и именно то, что вот где мы хотели это приобрести и что мы хотели приобрести. Поэтому вот. Ну, а выбирали сами? Ольга Каюрова сама выбирала или? все-таки педагоги нет конечно искусств. педагоги и вот э, я начала свой разговор с того что именно сегодня состоится концерт на котором э, наши дети учащиеся в детской школы искусств будут выступать на этих уже новых инструментах то есть все что мы приобрели э, все нам поставлено уже это оборудование и вот эти музыкальные инструменты будут как раз в детской школе искусств никогана uh -huh. задействованы в организации этого концертного мероприятия все-таки э, ваша компетенция ваша зона ответственности mm -hmm. если мы говорим про день музыки это те самые детские школы искусств это те самые дворцы и дома культуры вот все-таки давайте начнем с первого с дши вот все-таки популярность и такая знаете родительская любовь не ослабла к творческому потенциалу, который может сместить ребенка детской школы искусств. Конечно же нет, потому что детские школы искусств сейчас очень важное значение имеют в системе предпрофессионального образования, mm -hmm. и многие дети и родители осознанно уже приходят к нам в нашу систему дополнительного образования для того, чтобы вырастить, допустим, будущего музыканта. И действительно, начиная с детской школы искусств, мы переходим на вторую ступень, это уже учебные заведения, высшие учебные заведения, то есть вот таким образом мы постепенно растим профессионалов. Поэтому на на сегодняшний день надо отметить, что действительно востребованы детские школы искусств. И как ни странно, но бывают конкурсы, бывают даже конкурс по 6 человек на место. Mm -hmm. И приходят, и вот, понимаете, с обидой некоторые родители обращаются ко мне, что ребенок не попал. Вот, поэтому, конечно же, сейчас, наверное, будет востребовано как-то расширение сферы нашей деятельности, поэтому совместными усилиями мы ищем дополнительные площади, думаем о строительстве детских школы искусств, думаем о том, чтобы расширить действительно наши возможности и увеличить контингент. Похвалите педагогов. Кадры укомплектованы? Кадры укомплектованы, и надо сказать, что в нашей отрасли, скажем, достаточно стабильная ситуация. То есть вот ведь ежемесячно я просматриваю вакансии, очень много обращается к нам людей, которые в поиске работы сейчас mm -hmm. находятся, но ситуация в нашей отрасли стабильна. И надо отметить, что, наверное, не каждый может работать в культуре, потому что, ну, слегка, скажем, люди влюбленные в свою профессию не считаются со временем, да? они не считаются с, даже иногда с семьей, с какими-то другими проблемами. То есть, не замечая времени, работают, и это очень важно. Поэтому вот такие вот люди, которые преданы нашему делу, преданы искусству, наверное, приходят в нашу профессию не случайно. То есть, если они приходят, они уже не покидают, как правило, ее. Поэтому вакансии в нашем деле очень редкие, но тем не менее радует то, что молодые кадры все-таки пополняют культуру, приходят к нам, и мы зачастую растим сами эти кадры направляем учиться они к нам возвращаются хотя к сожалению очень много бывает и уезжает из Ярославля уже Москву Санкт-Петербург другие города потому что за хорошей жизнью за хорошей жизнью Ольга Владимировна если говорить опять же про те же детские школы искусств то а, есть вот какая-то статистика о самом популярном направлении например там фортепиано там. Не знаю, балалайка, скрипка? Вы знаете, мы так Или не везде можем разделить. Хватает. Мы так не можем разделить, потому что у нас и фортепиано, и балалайка, они все как бы участвуют в работе одного отделения, музыкальное uh -huh. отделение. Музыкальное uh -huh. деление. Вы uh -huh. в точку попали, очень востребованы, Ярославль. Действительно, дети любят обучаться на музыкальных инструментах, но надо сказать, что здесь тоже есть свои проблемы, потому что вот сейчас мы как раз обращаем очень большое внимание на развитие духовой музыки. Это тоже очень важно. Вот медные инструменты, как говорят музыканты, духовные, инструменты здесь действительно необходимо вот эту школу поддержать и э, как раз наверное мы для себя ставим целью и задачу на следующий год э все-таки вот скажу, не хотела, но из Ради праздника, почему да, нет? ради праздника открою. То есть есть такая задумка создать свой детский духовой оркестр. Вот то, над чем это мы будем сейчас будет. трудиться. Да, и как раз это надо делать. Потому что и даст Бог, все получится обязательно. Я уверена, что все получится, потому что в принципе все наши начинания поддержаны. И это только во благо города, во благо наших детей, подрастающего поколения. Теперь же к дворцам и домам культуры. Вот здесь с кадрами, я думаю, тоже проблем нет. А э, любое ли поколение интересуется тем, что происходит в них. Знаете, ну, априори мы должны работать со всеми возрастными категориями. И вот хороший вопрос, поскольку мы привыкли к тому, что, как правило, в дома Дворцы культуры приходят, ну, в большей степени, наверное, подрастающее поколение. Mm -hmm. да? То есть это дети, это подростки, это, ну, молодежь, скажем так. Но сейчас надо отметить, что пошла немножко другая тенденция. Потому что наравне с подрастающим поколением, даже людьми среднего возраста, которым казалось бы некогда совсем, но тем не менее они тоже приходят и участвуют в работе наших коллективов, очень много приходят представителей, скажем, старшего поколения. Причем их занятия не ограничиваются, например, занятиями только в хоре ветеранов или какие то Ну как мы привыкли. Ну, как мы привыкли. Как да, традиционно да, 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 да. хор ветеранов, и вот у нас, значит, наши замечательные женщины стоят, поют песни. То есть нет, как раз нет. Очень часто приходит инициатива от них самих, и надо сказать, что в последнее время наоборот больше внимания они уделяют именно, допустим, хореографии. То есть обучению танцам. То есть прямо приходят с пожеланиями ко мне. Вот мы хотим, почему в нашем городе очень много танцевальных коллективов для молодежи, мы тоже хотим танцевать. Поэтому вот мы это тоже стараемся поддержать. И есть такие коллективы, есть такие примеры. И сказать, что... А при каждом какие... ДК? Нет, пока, скажем, не при каждом ДК. Пока развиваемся. Пока развивается. И вот прям, знаете, мы уже карту для себя такую сформировали. То есть мы отслеживаем движение таких коллективов, потому что, конечно, не все так просто. Как сейчас это... модно говорить, дорожную карту Правильно. разработали. Да, к сожалению, не все связано, скажем, только с нашим желанием. Нам нужно все это нужно умело сочетать, как бы, с нашим финансированием, потому что эта работа требует тоже дополнительной каких-то финансовой поддержки. Но тем не менее, надо сказать, что мы стараемся, мы это делаем, у нас это получается, и а, такие коллективы, которые работают в наших домах и дворцах культуры, принимают участие уже в мероприятиях. Они очень, а, знаете, выступают блестяще, то есть они очень востребованы в плане зрителей. То есть люди приходят на них смотреть и с удовольствием поддерживают и и, в общем, спросом требуем, пользуется. Ольга Владимировна, я не могу не спросить о приятном. Вот все те музыкальные коллективы, о которых можно очень долго говорить, не в течение отведенных 13 минут, часто радуют наградами, которые они привозят и с всероссийских, и с межрегиональных, и, при этом, европейских турниров. Да, действительно часто, потому что наши коллективы очень часто гастролируют, скажем так, выезжают на конкурсы, фестивали различного уровня. Только за этот год 83 награды привезли только с международных, всероссийских конкурсов. И год еще не завершен. Год не завершен, да. И вы знаете, надо сказать, что все-таки приятно, когда в наш город, мы тоже являемся организаторами различных Конечно. конкурсов и фестивалей, в том числе международного уровня, приезжают мэтры культуры, люди очень, скажем, в нашей среде известные и действительно профессиональные, профессиональные профессионал своего дела. И когда они смотрят, вот я немножко похвастаться хочу с нашими коллективами, когда они смотрят на уровень исполнительский наших коллективов, Ярославские, они всегда отмечают очень высокий уровень. Поэтому я всегда горжусь нашими коллективами, они молодцы. И действительно, все коллективы, которые выезжают за пределы нашего региона, они только приносят нам в нашу копилочку нашего города только славу, почет и уважение, потому что действительно молодцы. Вот и приятно, вот и молодцы. И на этом все. Спасибо моей гости была Ольга Каюрова, начальник управления культуры мэрии Ярославля. Говорили о Международном дне музыки в Ярославле. Я не прощаюсь. Через несколько минут начну подводить первые информационные итоги дня. Но что касается программы на повестке дня, мы в эфире с понедельника по четверг в 19.15 и только эксклюзивно на городском телеканале.